построенный по-вашему, отставить вольно. Значит так, ребята, пойдете впереди. Все сдали документы, все сдали медали. К бою готовы, можно сказать, видали укрепление. В бинокль видали. Без моста, ребята, нам город не взять. Этот город называется Полоц. Он войной на две части расколот. Он расколот на две части рекою. Полон тихого лесного покоя. Словно старец он велик и спокоен. Со своих на мир глядит колоколен. Пью узкие поля, убегают. Белорусская земля дорогая. Задача такова: в город пробраться, мост захватить и от взрыва спасти. Моста не отдавать, держаться, держаться до подхода наших танковых сил. А мы уж поспешим и выйдем, но вскоре прикроем артиллерией храбрый десант. Как ваша фамилия? Лейтенант Григорьев, удачи вам, успехов, старший лейтенант. Этот город называется Полоцк. Он войной на две части расколот. Он расколот на две части рекою. Полный тихого лесного покоя. Словно старец он велик и спокоен. Со своим на мир глядит колоколен. К югу узкие поля убегают. Белорусская земля дорогая. Лети вперед, лети, стальная пехота. 22 гвардейца и их командир. Драконовским огнем ревут огнеметы. Охрана в укреплениях предмостных сидит. Да нет, она бежит в рассветном тумане. Грохочет по настилу ее сапоги. И мост теперь уж наш. Гвардейцы, внимание! С двух сторон враги, с двух сторон враги. 14 этап. Лава и Тугоева бились об этот малый десант. Спасибо вам за все, товарищ Григорьев, командир десанта, старший лейтенант. Вот город берега, грохота полны, и мост под танками тихо дрожит. Товарищ генерал, приказ ваш исполнен, да некому об этом вам. Этот город называется...